Осенние каникулы прессы 2021. Под таким названием во Владимире прошла встреча владимирских представителей СМИ с председателем Союза журналистов России. Семинары, круглый стол и журналистская встреча, что называется, без галстуков. Началась она с насущных проблем. Работа СМИ в период пандемии, правовая защита журналистов, проведение образовательных форумов, а также финансовая поддержка СМИ, которые пострадали от коронавируса. Владимир Соловьев рассказал о результатах своей деятельности на своем посту. Написали письмо премьер-министру с просьбой включить нашу отрасль в списки наиболее пострадавших. В итоге это получилось. Мы посчитали, что больше 30 тысяч средств массовой информации получили помощь правительства, причем очень значительную. И это очень важно, значит, нам удалось сохранить и рабочие места, и, по сути, СМИ. Можно сколько угодно рассуждать о том, в какой девальвированной информационной среде мы с вами работаем, там, о падении рейтингов СМИ, о том, что, может быть, не так, как раньше прислушиваться к нашему вестному слову, но есть и другой вариант – просто работать.